ребята! Салют, друзья! С вами Интересный и Фикус. И сегодня у нас будет немножко необычное видео. Мы заметили, что вы очень любите видосики, где разные вещи проверяют катком, горелкой или раскаленным шариком. И мы решили сделать тоже свою проверку. И проверять мы будем кипящим маслом. Привет, бандиты! Меня зовут Макс, и я хочу пригласить вас в свой видеоблог под названием «Полет успеха». Блог мотивационного характера о том, как я снимаю таких звезд, как Snoop Dogg, P. Diddy, Lil Wayne. И именно я хочу смотивировать вас поднять свою жопу и заняться тем делом, которым вы хотите заниматься. Бэм! На наш взгляд, это будет, ребята, интересно, потому что кипящее масло доходит до температуры 200 градусов. Я не могу уже дождаться, когда попробую банан или яблоко фри. Ну, а мы будем проверять и пенопласт, и кока-колу. И короче, много еще всего да, другого. Да, да, ребята, поэтому смотрим. Как вы заметили, в целях безопасности мы проводим это все на улице, на природе, чтобы не навредить квартире и себе. А теперь мы будем заливать подсолнечное масло. Защитная форма. Это вам не костюм этого аквалангиста или как в прошлый раз. А теперь, ребята, остается подождать, пока наше масло закипит. Итак, пока наше масло еще не закипело, мы хотим проверить его готовность попкорном. Прикольно! Да, это круто. Нормально. И сейчас, ребята, мы будем испытывать банан. Как он поведет себя в кипящем масле? Мы запатентовываем новое блюдо. Жареные... Не, бананы фри. А сейчас мы проверим яблоко. Ого! Что происходит? Да воздух, снова, это мне... смотри. Ого. А теперь мы хотим проверить вещи непродуктового типа. И начнем мы с такого мячика. И посмотрим, что же произойдет с ним в кипящем масле. Воздух выходит из шарика. Он плавится, плавится. Я вижу, как он плавится. Да? Да. Он стягивает. Смотри. Смотри. Прикольно. Был шарик, стала вот такая плюшка. Сдулся. Да вообще. А теперь наш любимый ингредиент. Пенопласт. А! Нету. Я в шоке. Было? Не, нет. Я ожидал, что он там расплавится, но не так. Ребята, нажмите на паузу и напишите в комментариях, будет ли то же самое, что и с пенопластом, с нашей монтажной пеной. Вот. А потом посмотрите и будет интересно, угадали вы или нет. Она разваливается, да? Просто разваливается. И вот, ребята, самый опасный и долгожданный эксперимент этого дня. Мы бросим баночку кока-колы в кипящее масло. Ну вот такой, ребята, у нас получился эксперимент. И мы надеемся, что вам понравилось как видео, так и сама идея. И вы поставите лайк. И если мы соберем 10 тысяч лайков под этим видео за 2 дня, мы выпустим новый выпуск «Кипящее масло против».
Оставьте, ребята, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы окунули в кипящее масло. А также просто пишите в комментарии, что вы думаете об этом видео и наших роликах вообще. Подпишитесь на канал обязательно. А также нажимайте на колокольчик, который справа от кнопки подписаться, для того, чтобы первым узнать о нашем новом видео. Спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.